Страшные скидки. Всем привет! Если вы любите готовить, вам нужна качественная вытяжка. Сейчас многие сайты предлагают кухонные вытяжки по привлекательной цене. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Для начала нужно определиться с типом вытяжки. Будет ли она удалять загрязненный воздух, прямоточные, либо очищать его и подавать обратно в помещение, рециркуляционные. Мощность вытяжки напрямую зависит от размеров помещения, в котором она будет установлена. Чтобы подобрать подходящую мощность, достаточно воспользоваться несложной формулой для расчета. От способа монтажа вытяжки зависит не только ее внешний вид, но и то, подойдет ли она в принципе для решения ваших задач. Для кухонного острова используется один тип вытяжки, для открытого пространства – другой, для встраивания в кухонный гарнитур – третий. От того, насколько продвинутой будет система управления вытяжкой, зависит то, насколько самостоятельным будет устройство. Если вы готовы включать и выключать вытяжку вручную, подойдет механическое управление. Если хотите, чтобы вытяжка включалась и отключалась по таймеру или по расписанию, не обойтись без электронной системы управления. От материала корпуса зависит не только внешний вид вытяжки, но и то, насколько удобно будет очищать ее от загрязнений. Различные типы покрытий потребуют разного ухода и различных средств очистки. На сайте Озон кухонную вытяжку Zorg сейчас можно купить со скидкой в 19% за 7281 рубль. Вытяжка представлена в двух цветах – черном и белом. Ширина 60 см, мощность 270 Вт. Есть вариант в бежевом цвете с бронзовой отделкой, но цена на нее немного выше – 8801 рубль. На сайте Wildberries кухонную вытяжку Konigin предлагают за 8688 рублей. Ее прежняя цена – 10 860. Купольная настенная модель выполнена в черном цвете, механические хромированные кнопки управления, яркое светодиодное освещение. Вытяжка может работать в двух режимах – отвод и рециркуляция. В режиме отвода пары и запахи удаляются из кухни через вентиляционный канал. При рециркуляции загрязненный воздух очищается через угольные фильтры, возвращаясь обратно в помещение. Угольный фильтр для данной модели в комплекте. Кухонная вытяжка в ретро-стиле на том же сайте продается за 49 990 рублей. Удачно впишется в интерьер кухни в итальянском, средиземноморском или винтажном стиле. Основание короба обрамляет накладка из натурального дерева, украшенная часами в ретро-стиле со стрелками. Модель имеет три скорости, оснащена комфортной подсветкой. Ширина вытяжки 900 мм. Укомплектована алюминиевым фильтром для подключения на отвод воздуха в вентиляцию. На сайте DNS кухонную вытяжку или Core Integra сейчас можно приобрести за 5999 рублей. Есть в белом, бежевом, черном и сером цветах. Отличается увеличенной зоной всасывания загрязненного воздуха. Данная модель имеет пристенный вид установки с шириной встраивания 49,5 см. Диаметр воздуховода равен 12 см. Удобная кнопочная панель управления позволяет переключаться между имеющимися двумя скоростями работы. Небольшие габариты позволят компактно встроить вытяжку в кухонный гарнитур. На сайте CityLink кухонную вытяжку или Core Integra предлагают за 7950 рублей. Стильный современный дизайн корпуса кремового оттенка с бронзовым рейлингом делает технику прекрасным дополнением интерьера, выполненного в любой стилистике. Благодаря высокому качеству сборки вытяжка эффективно справляется с очисткой воздуха и не производит много шума при работе. Модель оборудована алюминиевым жироулавливающим фильтром, имеет возможность регулировки мощности и галогенную подсветку. Удобство и безопасность при работе с вытяжкой обеспечивает простое кнопочное управление. На сайте МВидео кухонную вытяжку сейчас предлагают со скидкой за 7999 рублей. Ее прежняя цена – 9 999. Цвета черный и белый, вытяжка предназначена для небольшой кухни. Она рассчитана на использование в помещении площадью до 9 квадратных метров и способна быстро очистить его от испарений, возникших при приготовлении пищи. В этой модели предусмотрена механическая система управления. Она позволяет регулировать скорость, доступна 3 уровня. По способу крепления вытяжки делятся на несколько типов. Подвесной – такие вытяжки крепятся к нижней плоскости настенного шкафчика либо кухонной полки. Они обычно имеют плоскую или прямоугольную форму и небольшие габариты. Их просто смонтировать, однако в силу небольших размеров фильтры в таких вытяжках придется менять чаще. Встраиваемые – такие вытяжки монтируются внутри кухонной подвесной мебели, благодаря чему их можно полностью скрыть от людских глаз. Встраиваемые вытяжки чаще всего можно встретить на небольших кухнях, там, где приходится экономить место. Каминная или купольная вытяжка хорошо знакомы всем.
проблем. Именно ее можно чаще всего увидеть в городских квартирах, особенно там, где готовят много и часто. Последнее веяние моды – выдвижные вытяжки, встраиваемые в столешницу. Такие приборы обойдутся существенно дороже традиционных, зато позволят полностью спрятать прибор, тем самым освободив место над плитой. Это был шопинг-навигатор, ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки.